«Чистый Йоргу». Экологическая акция от объединения «Клевер» студентов Политехнического института и участников марафона осознанности. У обучающихся нашего вуза есть возможность помочь природе и сдать вторсырье. Акцию проводят с 2021 года. Всего за время проведения собрали суммарно 6 тонн вторсырья. Все было передано на переработку. Проще начать как раз таки с бутылок и с макулатуры. То есть складировать там тетрадочки отдельно, сдавать каждые 3 месяца их нам можно, крышки сдавать отдельно, бутылочку – это самые легкие фракции. Алюминий еще популярен среди студентов, потому что это энергетики, которые пьют студенты, поэтому алюминий мы тоже принимаем, эти алюминиевые баночки. Батарейки не столь популярны, батарейки больше популярны среди уже кафедр, которые пользуются ими. Ну и, собственно, вот так по чуть-чуть каждой фракции. Организаторы акции принимают бумагу, картон, бутылочный ПЭТ, стекло, алюминий, ветошь, чеки, батарейки и другое. Среди участников Снежана Зинина. Она ведет экологичный образ жизни. С 14 лет девушка сортирует мусор. К правильному использованию вещей она призывает и свое окружение. Дарит им шопперы, которые сама кастомизирует. Сейчас я собираю бумагу, конечно, пластик, алюминий, жестяные банки. Ну и чеки бывают, если... Я беру чеки, то я складываю сумку отдельную, в отдельный отдел. Ну, бутыль вместо пластиковой воды. Я всем говорю, сейчас все носят почти бутылки, ну, мои друзья, мое окружение. Потому что я им дарю, и они пользуются этой бутылкой. Всего за время акции собрали 777 килограмм макулатуры, 13 килограмм пластика и 3 килограмма алюминия.